В субботу в Севастополе стартовали курсы обучения навыкам оказания первой помощи. На лекциях горожанам дают базовые знания о том, что делать в экстренной ситуации до приезда медиков. Первое, мы разбираем в первую очередь юридические аспекты оказания первой помощи. Она не доврачебная, она не врачебная, она не медицинская. Это понятие первой помощи. Дальше разбираем понятие безопасности, чтобы человек понимал, что это должно быть для него безопасно. Когда это для него безопасно, тогда он приступает к оказанию первой помощи. И разбираем основную тематику. Еще раз повторяю, остановка дыхания, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Дальше. Остановка кровотечения и сердечно-легочная реанимация. Одним из первых лекцию, проведенную на базе школы номер 25 в Балаклаве, посетил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В жизни практики имеем немного. И вообще с этим сталкиваемся, слава богу, редко. Но, тем не менее, вот, чтобы эти знания были актуальны, их надо регулярно, периодически, конечно же, освежать. Поэтому я сегодня с большим удовольствием побывал вот на курсах первой помощи. На самом деле много еще дополнительно узнал и попрактиковались немножко, потому что профессиональные ребята из 9-й больницы сегодня нам помогали. Еще раз знания все эти освежить. Власти Севастополя призывают всех горожан воспользоваться возможностью и пройти курсы первой помощи. Записаться на них можно через портал госуслуги 92 или по телефону 122.